Главная елка города к празднику готова. На площади юности идут последние приготовления перед завтрашним новогодним огоньком. В субботу, 19 декабря, здесь в 3 часа дня начнется народное гулянье. Дед Мороз и Снегурочка дадут отмашку ярославским новогодним празднествам. Нарядить такую красавицу под силу только специалистам. Эта бригада работает на всех высотных елках Ярославля. Игрушки здесь тоже необычные, эксклюзивные, сделанные на заказ. Высота большая очень, 18 метров елка от макушки до земли. Много очень гирлянд, около километра. Хочется сделать, чтобы все было прямо как дома. Я как бы человек старой закваски, мне хочется шаров стеклянных там каких-то. Ну, наверное, креативная. Для молодых, наверное, неплохо. Чудесная елочка. Очень хорошо, пусть радует взрослых и детей. Мы получаем позитивное настроение благодаря этой елке. Уже чувствуется Новый год. Конечно. Со всеми друзьями будем здесь.